de forma dinâmica. Nice to watch, cause it's nice to watch.
тут технические аномалии, мне кажется, они вызваны танцами Лукаша. Поэтому если будут какие-то звуки, это потому что у нас здесь... Вообще у нас такой опасный треугольник, то давайте пошумим для всех троих, они очень мощно дали. Сейчас судьи указывают на того, кто выбывает из этой финальной битвы. И это 1, 2, 3. Выбывает. Выбывает Толу, не вижу твою руку. Окей. Тоник. Тоник. Давайте ему пошумим. Мне кажется, сегодня он раскрылся. Мощный левел парень. Молодчага. У нас, в общем-то, наши финалисты просят минуточку на отдышечку, я их понимаю, даже 4. Должен спросить, как настроение у зрительских трибун. Если все круто, да, аплодирую, хорошо. Господа, напоминаем, что сегодня впереди еще 3 танцевальные номинации. Это паппинг, который будет следующим, папперы могут уже готовиться. Следом будет футворк и топ-рок батл. Также сегодня вечером на этой сцене у нас состоится стендап-шоу. Поэтому всем добро пожаловать, всем, кто любит юмор. В общем-то, должен также напомнить о том, что у нас за пультом опытный диджей, который дает вдохновение. И, возможно, благодаря музыке у нас сегодня такие хорошие танцы. Это Вакский, он диджей Вак. Город Ялта, представитель Битлоу. DJs. Между прочим, я еще об этом не говорил, мы с Вагом привезли с собой много компакт-дисков с нашими миксами, поэтому если вам понравилась музыка, подтягивайте к диджей-плейсу после батлов, забирайте на память микстейпы. Ну, в общем-то, у нас впереди финал, на танцполе 2 представителя Симферополя, интересного Симферополя, непредсказуемого, творческого. Можно сказать, творческая хип-хоп-интеллигенция Симферополя у нас здесь на танцполе. Давайте пошумим для симферопольской хип-хоп-школы. Эти двое парней, я не помню, в прошлом году то ли в двушке, то ли друг против друга бились. Но, в общем-то, были в финале. Выиграли двушки. Ну, в общем-то, сейчас нужно будет сразиться и понять, кто забирает конверт за первое место и кто забирает конверт за второго места. Ребята, от победы вас отделяет всего лишь 1 раунд. Итак, начнем! Это финал! Hip-Hop Pro Extreme Grip 2016! Дайте энергию на танцпол! Глади против Лукаша! Thank you.
Дамы и господа, напоминаю, что у нас будет церемония награждения.